Европу накрыла аномальная жара. Жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках Германии. Ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев. Страны Европы накрыла аномальная жара. В частности, во многих районах Германии температура уже превышает показатели в плюс 35 градусов, передает в воскресенье, 5 августа, агентство Синьхуа. В частности, указано, что жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках. Кроме того, ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев. Метеорологическая служба Германии подтвердила, что июль 2018 года побил температурный рекорд и стал самым жарким месяцем в Германии с 1881 года. Что касается рекорда суммарной продолжительности солнечного сияния, то в июле 2018 года она составила 305 часов, на втором месте с 1951 года. Согласно прогнозам, в августе жара не отступит. Как сообщается, в связи с жарой значительно снизился уровень воды и, как следствие, пропускная способность фарватера Рейна, а также Эльбы и Одера. Кроме того, Министерство сельского хозяйства и ФРГ уже сейчас прогнозирует сокращение урожая зерна на 7-8 миллионов тонн, а общий экономический ущерб оценивается в 1,4 миллиардов евро. Напомним, от жары страдают и другие страны Европы. Так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 47, во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу 4 энергоблоков на атомных электростанциях. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.